Всем привет, меня зовут Андрей, я руководитель и создатель компании Sun Residence Group. В этом видео я постараюсь рассказать, как мы работаем, ответить на все вопросы, которые часто возникают у потенциальных заказчиков, о том, как компания работает, сколько она домов построила, когда, значит, вообще она родилась, создалась, да, по каким технологиям строит, какие услуги выполняет, контроль качества работ. Об этом и обо всем в этом видео. Итак, наша компания была создана в 2010 году. Изначально мы стартовали с недорогих домов эконом-класса и комфортного сегмента, да, и мы, поскольку строили только деревянные дома, наша компания называлась «Деревяныч». Такое вот название было выбрано. Строили, значит, каркасные дома и дома из профилированного бруса. Постепенно мы набирались опыта, безусловно, делая огромное количество ошибок, как в менеджменте, так и на производственных площадках. Мы перебрали огромное количество поставщиков, партнеров, архитекторов, дизайнеров, рабочих, бригадиров, прорабов, инженеров технического надзора и так далее, и так далее. И в 2016 году мы приняли решение о ребрендинге нашей компании и расширении перечня предоставляемых услуг. И к нам начали приходить запросы на строительство домов не только каркасных и из бруса, но и по другим технологиям, в том числе и по газобетону, и по кирпичу, и уже проекты не эконом и комфорт класса, а бизнес и премиум сегмента. И мы поняли, что нужно что-то менять. И в 2016 году приняли решение о ребрендинге компании «Деревяныч» на компанию Sun Residence Group, которая уже включила в себя и архитектурное бюро, и дизайнерское бюро, строительную компанию, компанию по инженерным системам и по чистовой внутренней отделке. На данный момент нашей компании построено уже более 100 готовых домов, 250 отдельных видов работ мы выполнили и спроектировали более 400 индивидуальных проектов. Такой опыт нам позволяет на настоящий момент реализовывать и легкие, и сложные проекты полностью под ключ. Это фундаментальное и ключевое преимущество нашей компании. Наши архитекторы и дизайнеры разработали более 90 готовых проектов, которые вы можете всегда найти на нашем сайте. Проекты мы постарались сделать разных стилей, и маленькие, и большие, да, под разные, опять же, назначения. То есть я надеюсь, что из тех проектов, которые у нас представлены, вы выберете именно то, что нужно именно вам. Но также мы строим по индивидуальным проектам. У нас свой отдел проектирования, и вы можете всегда прийти, накидать свои идеи, либо взять за основу какой-либо из проектов, и мы сделаем под вас индивидуальный проект, именно то, что нужно непосредственно именно вам. Готовые проекты мы также можем кастомизировать непосредственно под вас, под ваш участок, под ваши грунты, то есть фундамент можно адаптировать и так далее. Если у вас уже есть проект на руках и вам сделал это сторонний дизайнер и архитектор, мы берем такой проект на экспертизу и также составляем, если он нормальный, соответственно, мы также составляем смету на строительство и берем его в реализацию. Теперь я расскажу, с какого этапа начинается взаимодействие с нашей компанией при строительстве своего дома. Первый этап – это выбор участка. Уже на этом этапе заказчики связываются с нами, чтобы понять общий бюджет на строительство своего дома. Сколько будет стоить участок, сколько будет стоить дом, сколько, возможно, еще потребуется на подготовительные работы. Поэтому, когда вы находитесь в стадии выбора участка, зачастую заказчик принимает неверное решение о выборе того или иного участка. Например, вы выбрали коттеджный поселок, в нем есть несколько участков, которые вам понравились, и уже здесь мы оказываем первую услугу. Мы выезжаем на ваш участок, непосредственно менеджер и технический специалист. Они смотрят все необходимые подготовительные участки, да, и уже после этого выезда мы выдаем стоимость, сколько еще нужно потратить денег, чтобы привести участок в порядок. То есть нужен ли там дренаж, нужен ли строительный въезд, значит, нужно ли выкорчевывать, вырубать, значит, деревья и так далее и тому подобное. Забор, все вот эти подключения и тому, там очень много вопросов на самом деле. Поэтому мы рекомендуем связывайтесь с нами уже на этом этапе. Итак, после того, как вы определились с участком, примерно определились с проектом, который будет, поняли для себя общий бюджет строительства, да, значит, заказчики уходят на неопределенное время, покупают участок, да, и могут вернуться к нам, ну, либо сразу, если вся сумма есть на руках, да, либо там через полгода, и даже через год, и даже через года к нам тоже возвращаются, такие случаи, кстати, есть.
Зачастую между выбором участка и его покупкой до начала строительства проходит значительное время. За это время планы, например, по проекту, то есть уже меняется какой-то другой проект на смотрели, то есть жизнь носит свои коррективы, и люди уже могут выбрать совсем другой проект, не тот, который первоначально задумывали при покупке участка. И на этом этапе мы уже оказываем услугу по составлению генплана со всеми возможными постройками на данном участке, потому что, как правило, построек несколько. И также помогаем вам выбрать типовой проект, либо, значит, индивидуальное проектирование идет. Также идет кастомизация, как правило, наших типовых проектов под тот участок, который есть, под, чтобы правильно расположить дом на участке, правильно расположить по сторонам света, адаптировать фундамент под грунт на вашем участке. То есть вопросов здесь много, и как бы мы все их решаем и берем на себя. На этапе выбора фундамента мы всегда проводим работы по изысканию, геология и топография участка. В любом случае это понадобится для строительства, это дает полное представление о тех грунтах, которые на участке, да, чтобы выбрать действительно надежный фундамент, чтобы с домом не было проблем долгие-долгие годы. После того, как все проектные работы и изыскания окончены, и определен проект дома, мы уже составляем детальную смету и заключаем договор. К договору всегда в приложении идет детальная смета, где указаны все объемы и цена за единицу товаров и услуг, которые мы будем осуществлять и будем строить. Также идет приложение график производства работ, график оплат и, естественно, проектное решение рабочее. В чем наше преимущество? Когда вы задаете нам вопрос, сколько будет стоить мой дом, мы даем вам раскладку по всем этапам стройки до заселения. То есть это фундамент, значит, несущие конструкции и полностью с внешней готовностью дом, с внешним фасадом. Дальше идет этап инженерных систем и отделочных работ. Мы даем вам эту стоимость. Это очень важно, понимать, сколько полностью обойдется строительство до въезда туда, значит, хозяев. Большинство компаний на этом рынке не выдают стоимость вот такую полную под ключ, что называется. А выдают какой-то минимальный объем, чтобы закрыть клиента на фундамент или коробку или еще что-то. Да? Таким образом, заказчик ввязывается в строительство, полностью не понимая бюджета, и, как правило, начинается экономия на последних стадиях, на инженерке, на отделке. Не делайте таких ошибок, не повторяйте чужих ошибок, да? Обращайтесь в те компании, которые выдают стоимость полностью за 100% готовый дом. И потом уже это можно реализовывать поэтапно. Далее, после того, как вы уже понимаете полный бюджет строительства, мы заключаем договор на первичный такой этап. Это, значит, несущий фундамент, несущие конструкции, кровля и полностью фасад, то есть полностью снаружи готовый дом. Подготовительные работы могут быть на этот момент либо сделаны силами заказчика, либо уже включены, значит, в наш договор по строительству. Важным моментом работы с нашей компанией является тот факт, что при заезде и начале производства работ по несущей конструкции вашего дома мы уже запускаем такие процессы, как дизайн-проект, и после того, как он готов, уже рабочие проекты по инженерным системам. Таким образом, получается, что к завершению первого этапа работ у вас на руках уже есть понимание, какая будет отделка и какая будет инженерка, и можно приступать к этим этапам. Соответственно, далее, после того, как готова вся рабочая документация и дизайн-проект, и рабочие проекты по инженерным сетям, мы заключаем отдельный договор по инженерным сетям и отдельный договор на отделочные работы. После выполнения всех этих работ мы также предлагаем услуги по эскизному проектированию и рабочему проектированию ландшафтного дизайна, и также можем выполнить эти работы. Наша компания делает следующие виды фундаментных работ. Это свайно-винтовой фундамент, железобетонные сваи, ленточный фундамент, монолитная плита с ростверком, цокольные этажи монолитные, утепленная шведская плита и утепленный финский фундамент. Основными технологиями строительства на данный момент нашей компании являются это каркасные дома, и мы строили их очень много. С самого начала основания своей компании у нас огромный опыт по каркасным домам. Одноэтажные, двухэтажные, полуторки, любой абсолютно конструкции, да? С любыми фасадными решениями, и с изоплатом, и с гидроэтрозащитой, да? С крашеной доской на фасаде, и со штукатуркой. Ну, то есть, в принципе, выбор технологий и вариантов ее даже по каркасу достаточно большой. У нас это представлено в различных комплектациях.
По каркасным домам у нас есть три комплектации. Это Light, Comfort и Business. Уточняйте у менеджеров, чем они отличаются. Да? Ну, естественно, понятно, они идут по назначению, по цене, по качеству используемых материалов отделочных. Следующим типом домов, которые мы реализуем, это газобетонные дома. Это очень популярный тип, наверное, один из самых вообще популярных в России, в принципе, материалов для строительства собственного дома. Мы делаем тоже, опять же, различные варианты. И 375-й блок ограждающей стены, и 400-й. Также делаем 300-й с утеплением, с фасадным. Делаем, нужно сказать, комбинированные тоже дома, да, когда первый этаж газобетон, второй этаж клееный брус, например. Такое как бы шале, да. В газобетонных домах, естественно, мы делаем перекрытие как из железобетонных плит, так и монолитное. Абсолютно любые кровли. Металлочерепица, фальцевая, мягкая кровля. Огромный пул проектов по газобетону, по каркасу, по фахверку, по клееному брусу у нас за плечами. Многие выбирают дома из клееного бруса от Sun Residence Group. Мы работаем с ведущими заводами, заводами-производителями, которые делают по-настоящему качественный брус. Мы не работаем, у нас нету своего производства, потому что это достаточно затратная часть, да, и, как правило, таких компаний единицы, кто и хорошо строит, и хорошо производит, да. А даже если это все вместе сочетается, либо очень существенная цена вырастает на выходе, либо идет недоработка, то есть, как правило, такие компании производственные, они делают только коробку с кровлей, со стеклением, да, не реализуя проект полностью. Мы же избрали другой путь, мы работаем с ведущими, как я сказал, производителями, у которых действительно хорошее качество, которые проверены временем. Берем у них домокомплект клееного бруса и все остальные этапы работ, чтобы сдать заказчику дом под ключ, в том числе и проектные работы, и инженерка, и отделка, и фасадные все работы мы берем уже на себя. Последние года все больше и больше набирает популярность такая технология, как фахверк. Это интересная технология, это премиального качества дома с панорамным остеклением. Наша компания также их реализует. Мы тоже не являемся производителями. Мы также работаем с ведущими производителями как в России, так и в Санкт-Петербурге. Заказываем домокомплект, устанавливаем его, и все остальные работы по остеклению, по кровле, по фасаду, инженерка, отделка мы также выполняем, уже доделываем полностью готовый объект недвижимости. Много видео у нас представлено на сайте. Заходите к нам на канал, и вы увидите кучу кейсов, где мы реализуем дома по абсолютно разным технологиям, различные этапы нашей работы. Это важно посмотреть. Вообще, наверное, при выборе компании это является фундаментальным, да, таким, в принятии решения, да, это что компания делала, сколько у нее проектов за спиной, какие технологии она реализовывала и каким образом, да, можно ли съездить посмотреть, опять же, эти дома. Мы всегда открыты к этому, ведем аккаунты в социальных сетях, показываем там открыто нашу работу. По инженерным сетям мы также выполняем полный комплекс, услуг, а именно мы монтируем систему отопления, мы также делаем электромонтаж, мы делаем разводку водоснабжения и канализации внутри дома, а также устанавливаем септики и станции локальной очистки. Это уже относится к наружным, да, сетям. Вентиляция, в принципе, рекуперация, тоже также все это делаем. По отделочным работам у нас есть два стандартных решения, и они включены у нас в стандартные комплектации. Это Country и Скандинавия. Country – это у нас такая отделка для тех, кто любит более такие дачные дома, дома из дерева, что называется, да. У нас на полах идет плитка-ламинат, на стенах и потолке идет уже крашеная интерьерная доска. Такой вид отделки, он дешевле получается, чем Скандинавия. В Скандинавии у нас уже входят гипрочные работы. Потолки уже идут, как правило, либо натяжные, либо тоже из интерьерной крашеной доски. Полы, можно сказать, что в кантри, что в Скандинавии, одинаковые. Но также мы делаем и индивидуальный дизайн. То есть тогда идет дизайн-проект, уже обсчитывается непосредственно по нему стоимость отделочных работ, и мы также их выполняем. Теперь хотел бы рассказать про то, как обстоит процесс строительства, кто с вами взаимодействует, на каких этапах и почему именно так.
Наша компания с вами от начала до конца, значит, работает менеджер проектов. Он, для чего это делается? Чтобы соблюсти все договоренности, которые были даже на первом этапе. Потому что идет огромное количество общения, различные переписки до того, как заключается договор. И это немаловажно, потому что я знаю, что есть и другие бизнес-процессы в других компаниях, когда клиент после заключения договора передается, значит, уже другому какому-то либо менеджеру, значит, либо прорабу и так далее. Мы все-таки считаем, что важно, на чем договорились, то и сделали. И в этой части индивидуальный менеджер проекта всегда с вами на протяжении там, всего строительного процесса. От момента первого расчета, детальный расчет, заключение договора, значит, и все дополнительные работы, если по вашему желанию такие возникнут, все обсуждаете с ним. Он производит также расчет, он производит полную консультацию. Это действительно грамотные люди, которые уже, не знаю, каждые по 5 там, и более лет в стройке загородных домов именно, а не просто там какой-то ПГС. Они знают кучу нюансов, они подскажут вам, как сделать ваш дом наиболее комфортным и качественным для проживания. Также с вами взаимодействует бригадир, прораб, который находится непосредственно на участке, и с ним можно решить какие-то, ну, такие, значит, вопросы, которые относятся непосредственно к строительной площадке. По техническому надзору наши стройки контролируют инженера технического надзора. Это отдельные люди с хорошей квалификацией, со всем необходимым измерительным оборудованием, которые на каждом этапе мониторят процесс строительства и выдают, ну, руководству, в том числе и мне приходят, значит, отчеты по строительству со всеми недоработками, косяками и так далее. Эти косяки, недоработки какие-то, значит, передаются бригадиру на устранение. После этого уже приглашается заказчик на финальную приемку этапа работ. Важно, наверное, сказать про этапы оплаты в нашей компании. Этапы следующие. Первое – это предоплата за строительные материалы. Важно зафиксировать стоимость строительных материалов, потому что строительство может длиться и полгода, и год, в зависимости от контракта, да? И при внесении нам предоплаты за материалы мы, соответственно, авансируем все необходимые, значит, материалы у поставщиков, тем самым исключая возможность каких-либо подорожаний, удорожаний уже в процессе строительства. Это важно, и именно поэтому стоимость нашей компании фиксированная. Никогда не будет такого, что типа доска подорожала, дорогой заказчик, заплати. Это исключено, это было с самых первых дней работы в нашей компании и остается по сей день, и так дальше будет. Далее вы авансируете уже монтажные работы, то есть первый этап, да, когда он, значит, закрывается, идет там оплата окончательно уже монтажных работ и предоплата за следующий этап. И так это и двигается. То есть можно сказать, что условия оплаты у нас поэтапное финансирование проекта. Это важно, потому что многие на рынке берут 100% оплату, либо там сразу 70-80%. Мы так не работаем, мы всегда слышим заказчика. Также возможно согласовать гибкие условия оплаты или разбить это на дополнительные этапы работ. Мы даем сквозную гарантию на все свои строительно-монтажные работы. Так, на несущие конструкции, фундамент, стены, кровлю, фасад, мы даем 5-летнюю гарантию. Как правило, в первые 2 года вылезают какие-либо недоработки, косяки, мы приезжаем, устраняем. По инженерным системам мы даем год гарантию. Это обусловлено тем, что такую гарантию дают сами производители тех материалов, из которых мы делаем инженерные системы. По отделочным работам мы даем 3 года гарантии. Этого также достаточно, чтобы убедиться в нашем качестве работы. Большое всем спасибо за просмотр этого видео. Надеюсь, что я ответил на большинство ваших вопросов. Если у вас остались вопросы, звоните, пишите, мы с радостью дадим развернутую консультацию. Всем до новых встреч, пока!